одному игроку. Мы сегодня постараемся побольше внимания уделить. Говорят о завершении его карьеры, но сегодня он в старте. Узнаем в прямом эфире на EA TV. Добро пожаловать на футбол. Отличный день для игры, даже несмотря на дождливую погоду. Комментарии к матчу сегодня в исполнении Георгия Черданцева и Константина Генича. Испанский футбол сегодня в прямом эфире. Встреча в рамках Ла Лиги Сантандер нас ждет. Думаю, суперматч ждет нас, Константин. Спасибо, Георгий. Думаю, хороший футбол мы сегодня должны увидеть. Обе команды готовились к этой игре и постараются сегодня взять 3 очка. Будет ли это просто или нет, мы узнаем. Но точно будет интересно. Уверен я, что сегодня к Джиджи Буфону будет приковано очень много внимания. Вовсе не потому, что он буфонич. Очень большой ажиотаж в медиа возник из-за слухов о возможном завершении им игровой карьеры. Думаю, такой повод никак не мог обойтись без массовой огласки. Пусть это только слух на данный момент. Ну, согласись, что слухи из ниоткуда не рождаются. Конечно, хотелось бы нам посмотреть за его игрой как можно дольше. Но уважать решение такого игрока, безусловно, стоит. И это главное. Как он решит, значит, так для него будет лучше. Из-за боковой мяч будут вводить. Киран Трипьер. Джан-Луиджи Буфон. Ренан Лоди. Сауль. Витоло. Джоао Феликс. Андрей Ермоленко. На фланге мяч. Есть свободное место перед игроком. Вратарь спасает. Это пенальти. И отличный шанс выйти вперед и выиграть матч. Искали спасение в собственной штрафной. А вот что нашли, это большой вопрос. И что показывает рефери? Назначает пенальти и показывает желтую карточку. Ну и вроде бы все по делу. Разобрался он в этой ситуации. Удар с пенальти. Гол! Ты знаешь, я вот слышал такую историю, что вот этот парень на тренировках-то не очень хорошо исполняет пенальти. Да на тренировках-то не забивать пенальти, это не так-то страшно. Главное, чтобы в игре забивать. 1-0. Сейчас будет веселее. Гол для Атлетико де Мадрид. Con el 19, Дембеле. Модрич. Муса Дембеле. Пас Жоао Феликсу. Пол команды обыграл. Ничего себе. Ну какой же он момент сейчас упустил. Очень-очень верный шанс сейчас был забить. Муса Дембеле. Жоао Феликс. Надо забивать! Мяч ушел в вал. Можно подать. Фернандиньо. Отличный момент. Как здорово здесь он сыграл. Где же удар? Ну и отлично вратарь играет. Самое скопление игроков в угловой поле. И это гол от перекладины. Повторяют нам гол, и здесь стоит, конечно, выделить передачу с углового. Отлично мяч нашел голову своего игрока. Удар получился без шансов для вратаря. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команда не остановится. Сауль Ньегес. Витоло. Муса Дембеле. Следует скидка. Лука Модрич. Это мимо.
Ушел мяч к сопернику. Жоао Феликс. Жоао Феликс. Отличный удар. Для вратаря такие удары разминка. Альваро Негредо. Ошибается игрок. Здесь дарит момент сопернику. Какой момент? Мяч в ворота залетает. Повторяет нам гол. Отлично он обыграл защитника. Ну что, хороший мы увидели гол. Красивое исполнение и высокое индивидуальное мастерство. Да, очень смело здесь сыграл игрок. Он взял инициативу на себя и, как мы видим, не прогадал. Счет 2-1. Лука Модрич. Атлетико идет в атаку. Отличный пас. Получает он эту передачу. Может быть опасно. Какая возможность забить сейчас была. И как же здорово играет вратарь. Не смог тот игрок до конца отработать. Немного не хватило, чтобы забить. Лука Модрич. Потеря. Все, в оборону. Хороший отбор, Лука Модрич. Мяч будет введен из-за боковой. Стоп-машина. Атака завершена. Удар от ворот. Модрич. Фернандиньо. Витоло. Муса Дембеле. Фернандиньо с мячом. Блокирует он удар. Отличная игра в отборе, но будет угловой. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Очень опасно получилось, но немного не хватило. Потеряла атака нужный импульс, прежде чем докатилась до ворот соперника. Отличный пас он отдает. Соперник теперь с мячом. Жоао Феликс. Модрич. Ярмоленко. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперника. Должен был он забивать, а в итоге удар от ворот. Атлетико атакует. Лука Модрич. Спасает свою команду от гола этот игрок. Мадридский Атлетико ведет мяч в игру. Ренан Лоди. Сауль Ньегес. Муса Дембеле. Фернандини. Витоло. Феликс. Очень хороший перехват он сделал сейчас. Есть на фланге пространство. И что-то может тут получиться. Высокий прессинг сейчас, и это приносит плоды. Пробил мимо, однако нервы соперникам пощекотал. Они чувствуют, что ответный гол где-то рядом и ищут возможности, чтобы забить и сравнять счет. Судья добавляет одну минуту. Почти все его пасы сегодня достигли цели. Модрич. Ярмоленко. Пас на Жоао Феликса. Отличный момент, как здорово здесь он сыграл. Вратарь спасает, но эпизод еще не окончен. Закончился первый тайм. 2-1 на табло.
Атлетика ведет после первого тайма, а у нас только что начался тайм второй. Атлетика в итоге без мяча остается. Очень уверенно он идет вперед с мячом. Негредо. Атака остановлена, но кто получит мяч? Точный пас. Он сегодня почти не ошибается. Сауль Ньегис. Витоло. Играет он на партнера. Муса Дембеле. Это шанс! Забивай! И как здорово вратарь играет сейчас. И прямо в центр штрафной мяч летит. Под очень серьезным прессингом был сейчас атакующий игрок, поэтому даже ударом в створ не смогла атака закончиться. Все благодаря слаженным действиям в защите. Не дали они этой атаке во что-то опасное превратиться. Антонио Мойе. Контролирует мяч Атлетико. Соперник пока никак не может его перехватить. Не получилось мяч сохранить. Муса Дембеле. Следует скидка. Сауль. Нужно пробить. Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Все как надо вратарь делает. Уверен, он с этим ударом справляется. Ну, особой опасности этот удар не таил, но выключить голкипер из игры было бы опасно. Киран Трипьер. Сауль. Здорово сыграла оборона. Удалось блокировать удар. Не дает он до мяча добраться сопернику. Получится у них контратака здесь. Вот это пас прекрасный. Отражает мяч Буфон. Муса Дембеле. Атлетико идет в атаку. Сауль. Какой момент! Нужно бить! Аут будет. Активно в прессинге соперник сыграл после потери мяча. Тренер пытается добавить сил в игру. Вот и выходит новый футболист. Будет штрафную подавать. Фернандиньо. Ярмоленко. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Домой нужно возвращаться обороне. Пытается тут придумать что-то. Отлично, игрок заблокировал этот удар. И пас прямо сопернику. Конечно же, он перехвачен. Атака через фланг. Есть тут свободное пространство. Да куда ж ты бьешь так, эй? Сложно сказать, но точно не в створ метил. Какой своевременный отбор. Ну-ка, наказать за такую потерю голом. Раньше времени он ускорился и оказался в офсайде. С этой замены у них наверняка произойдут какие-то тактические перестановки. Им надо забивать. Опасная атака могла быть, если бы не перехват. И мяч переходит к другой команде. Муса Дембеле. Хороший пас. Что тут получится? Хорошим в отборе будет аут.
Негредо. Такой удар для вратаря не опасен. Сауль Ньегес. Антонио Мойе. Контролирует мяч Атлетико. Соперник пока не... Для Атлетико все очень хорошо пока что складывается. В два мяча ведут они после этой атаки. Здорово он разобрался в этой ситуации. Оказался там, где нужно, когда нужно, и пробил как нужно. Все довольны такой простотой и полезной игрой в его исполнении. Тем временем у нас 3-1. Теряют они мяч. Впереди еще 10 минут. Муса Дембеле. Не получилось у Атлетико удержать мяч. Фернандес. Хорошо сыгранный навес должен последовать. Муса Дембеле. Атлетико в итоге без мяча остается. Перехитрили оборону в этом моменте. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Сейчас главное сыграть быстро и четко, и тогда контратака может выйти очень опасной. Не получилось у Атлетико удержать мяч. Осталось играть 3 минуты плюс то, что добавит арбитр. Мяч уходит к сопернику. На фланге есть свободное место. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Это уже шаг отчаяния своего рода. Ломает привычную тактику тренер и выпускает еще одного форварда. Да, вот такой вот немного авантюрный и даже где-то хулиганский поступок, который вполне может сработать. Такое мы уже не раз видели. 2 минуты и прозвучит свисток арбитра. Аугусто Фернандес. Развивается эта атака. И на этом все на сегодня. Сильнее в этой встрече оказался Атлетико. Здорово сегодня обе команды играли, но все-таки одной повезло чуть больше. И они все 3 очка смогли записать сегодня себе в актив. Tengo varias preguntas que hacerle, pero antes me gustaría darle las gracias por su tiempo. Gracias por las respuestas.